Я имею удовольствие видеть госпожу Пшеницыну. Да-с. Я нанял у вас квартиру, но теперь по обстоятельствам я должен приискать квартиру в другой части города. Вам, может быть, нужно с братцем поговорить? Нет, ведь это дом ваш. Мой. Так я думаю, что вы сами можете решить. Мне по обстоятельствам. Вы бы переговорили с братцем, они у нас всем заведуют. Не угодно ли закусить? Нет, покорно благодарю. Так вы скажите братцу, что... Водки не угодно ли? Я не пью, покорно благодарю. Так вы скажите братцу, что по обстоятельствам я должен приискать себе... Вы бы лучше сами с ним переговорили, они теперь дома. Ну, хорошо, пригласите его зайти сюда. Я скажу. Мы хотели вещи разобрать, а братец не велят. Неизвестно, говорит, что у них там в ящиках, да в шкафах что-нибудь пропадет и после привяжется. Да, так вы скажите. Я скажу. Нет, оно, конечно, можно и тут жить. Да далеко от всего. Надо другую квартиру поискать. Здравствуйте. Прошу садиться. Прошу. Прошу садиться. По обстоятельствам я должен приискать себе другую квартиру, поэтому эту я желал бы передать. Трудно теперь передать. Да вы не беспокойтесь насчет квартиры, вам здесь удобно будет. Может, вас беспокоит птица? Какая птица? Куры. А, нет, это ничего. Я думал, вы говорите о канарейках, они с утра начинают трещать. Мы их перенесемся. Да нет, 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 и это ничего, но мне по обстоятельствам нельзя здесь оставаться. Как угодно. Сделайте удовлетворение. Только вам убыток будет. А сколько там следует? Вот, извольте, 800 рублей... Ассигнациями 100 рублей получено задатку, значит, осталось 700 рублей. Помилуйте, неужели вы с меня за целый год хотите взять, когда я у вас и дня не прожил? Как же, сестра убыток понесет несправедливо. Вот, в контракте сказано. Вот, контракт. У нас в контракте сказано, вот, в контракте все тут не сказано. Будешь же я, Обломов, пожелая преждевремени съехать с квартиры, то обязан удовлетворить ее, Пшеницыну, сполна платою за весь год. Сами изволили подписать. Вот подпись. Да, ну так сколько же? 700 рублей. Да за конюшню и сарай 150. Помилуйте, а зачем мне конюшня и сарай? У меня лошадей-то нет, я не держу их. Нет, в контракте есть. Михаил Андреевич Тарантьев сказал, что у вас лошади будут. Врет, Михаил Андреевич. Дайте мне контракт. Вот копию извольте. А контракт, он сестре принадлежит. Да, сверх того, за огород и продукты Сонова...
капустой, репой и прочими овощами на одно лицо примерно 250 рублей. Помилуйте, помилуйте, какой огород, какая капуста, какая-то репа, что это такое? Я ведь знать ничего не знаю. Что же вы без меня-то все распоряжаетесь? Нет, помилуйте, как же можно без вас? Вы же сами изволили подписать. Вот подпись. Сколько всего считаете вы? Вот, извольте, 1324 рубля, 28 копеек, ассигнациями всего-с. Да где я возьму? У меня нет столько денег. Как угодно-с. Да вы... Не беспокойтесь насчет квартиры, вам здесь удобно будет. Я... А деньги сестра подождет. Да, да мне нельзя, нельзя здесь оставаться по обстоятельствам, вы слышите? Слушаюсь. Хорошо, я подумаю и постараюсь передать квартиру. Трудно теперь передать. А впрочем, как угодно. Всего 305 рублей. А куда же я дел деньги? Из деревни прислали 1200 рублей, а теперь всего 300 рублей? Куда же вышли все деньги? Захар! Захар! Куда у нас все деньги вышли? Денег-то ведь у нас нет. А вот полтинник забыл отдать, от перевозки остались. Да что ты мне мелочь суешь? Ты мне скажи лучше, куда 800 рублей девались? Почем я знаю, куда вы тратите? Чтобы тебе записывать. Век прожил и без грамоты, слава богу, не хуже других. Обломов не знал, с какими глазами покажется он к Ольге. Что будет говорить она, что будет говорить он, и решился отложить свидание до воскресенья. Когда там много народ бывает, и им говорить наедине не удастся. Проходили дни.
Не было никого. Не приходили? Никак нет. Да, когда я ходил в старый дом, то барышню встретил. Какую барышню? Такую. Ильинскую барышню Ольгу Сергеевну. Ну? Ну, кланяться приказали. Спрашивали, что делаете. Что ты сказал? Я сказал, что здорово, что, мол, ему делается. Ну, а зачем ты прибавляешь свои глупые рассуждения? Что ему делается? Ну, ты, почем ты-то знаешь, что мне делается? Ну, еще что? Спрашивали, где вы обедали. Так, что ты сказал? Я сказал, что дома, и ужинали, мол, дома. Двух цыплят, мол, скушали. Дурак! Ну, что за дурак? Разве это неправда? Вон я и кости, пожалуй, покажу. Право, дурак. Ну, а она что? Усмехнулись. Что же так мало промолвили после? А вот дурак-то. Ты бы еще рассказал, что ты рубашку на меня на выворот надеваешь. Ну, не спрашивали, не сказал. А поди вон, ну, если ты когда-нибудь еще осмелишься рассказывать про меня такие глупости, посмотри, что я с тобой сделаю. Ну, какой яд этот человек. Что же, мне лгать, что ли, на старости лет? Да поди вон! Спрашивали, что делали вчера. Ну? Я сказал, ничего, мол, не делали, лежали, мол, все. Ступай! Какой славный кофе. Сама хозяйка варила. Не угодно ли попробовать пирога? Пирог не хуже наших обломовских с цыплятами. Покорно благодарю. О, Господи, ну где я возьму денег? Когда пришлют из деревни? И сколько? А ведь барышня-то просила вас прийти в этот... Ну что ж ты давеча-то не сказал? Да вон велели идти, не дали досказать. Ты губишь меня, Захар, куда прийти? Да вон в сад, что ли. Что, в парк? Ну, в парк, точно так, погулять, дескать, если угодно, я там буду. Одеваться скорее. Одеваться. Вот. С почты принесли. О, из Обломовки. Наконец-то. Наконец-то. Нет, не остановятся ясные дни. Все бегут, все течет, жизнь все течет, все ломка да ломка. Пишет сосед. Денег наличных нету ни гроша. Денег ни гроша. Просим пожаловать как можно скорее. Месяцев три можно привести в известность, чего надеяться в будущий год. Три месяца? А свадьба? О свадьбе ближе года и думать нельзя. Да-да, через год, не прежде. А что говорила Ольга? Она ждет, как он пойдет вперед и дойдет до той высоты, где протянет руку и поведет за собой, покажет путь. Да, но с чего начать? Занять? Боже, сохрани. Заложить деревню. Да, но это тот же долг. Агафья Матвеевна! Агафья Матвеевна, ваш братец дома никуда не вышел. Попросите его зайти ко мне. Однако же я не поддамся. Да-да, я не поддамся. Вы изволили приказать мне прийти к себе? Я хотел посоветоваться с вами. Я получил очень неприятное письмо из деревни. Вот, потрудитесь прочесть. Как вы полагаете, что теперь делать? Они просят вас приехать. Что ж, вот и съездили бы.
Да я, признаться, отвык совсем ездить. Мне бы трудно было и не хотелось бы. А у вас много оброчных? Мужики-то у вас как живут? Богатые или бедные, разорены? Барщина какова? Послушайте, я не знаю, что такое барщина, что такое сельский труд, что значит бедный мужик, что богатый, не знаю. Я не знаю, богат я или беден, буду ли через год сыт или нищий, я ничего не знаю. Следовательно, говорите и советуйте мне, как ребенку. Нет, как же. Помещик должен знать свое имение, как с ним обращаться. Ну вот видите, а я не знаю. Научите, если можете. А, должно быть, все книги читали. Книги. Ну, должны вы были чем-то заниматься. Нельзя, чтобы... Можно, Иван Матвеевич, можно. Вот вам живое доказательство. Это я. Кто я такой? Что я такой? Ну, правда, я проходил высшую алгебру, политическую экономию, права. А все к делу как-то так не приспособился. Вот видите, с высшей алгебры не знаю, много ли у меня дохода. Приехал в деревню, послушал, посмотрел, как делалось у нас в имении, кругом нас совсем не те права. Уехал в Петербург, думал, как-нибудь с политической экономией выйду в люди. А мне сказали, что науки пригодятся мне со временем, разве под старость. А прежде нужно выйти в чины, и для этого нужна одна наука – писать бумаги. Ну вот я как-то так и не приспособился к делу. Делайте вы, если знаете. И помогите, если можете. А за труд возьмите себе что хотите. Ну что? Нет, что? Ну на то и наука. Ну что? На то и наука. Можно-с. Ничего. Можно все это дело поручить знающему человеку и доверенность перевести на него. Да. Ну, а где взять такого человека? Есть у меня один сослуживец. Исай Фомич Затертый. Он немного заикается, но деловой, знающий человек. 3 года управлял большим имением, но помещик отказал ему по этой самой причине, что он икается. Да можно ли на него положиться? Не извольте беспокоиться. Честнейшая душа. Свое проживет, лишь бы доверителю угодить. 12-й год стоит у нас на службе. Постойте. А как же он поедет, если он служит? Ничего-с, поедет. Очень вам благодарен. Очень вам благодарен. Вы меня от больших хлопот избавите. Как его? Исай Фомич Затертый. Я завтра же с ним переговорю. Затертый. Очень вам благодарен. Очень вам благодарен. Счастье, счастье. Как ты хрупко и как ненадежно. А деньги где? А жить чем? И тебе надо купить любовь. Чистое, законное благо. Ну, женитьба. Свадьба. Все-таки поэзия жизни. Нет, не могу думать один и чувствовать. Побегу к Ольге. Ну, ты что? Я еще не все разобрал. Посуда, одежда, сундуки. Все еще в чулане горой стоят. Разбирать, что ли? Погоди. А, значит, свадьба-то после Рождества будет. Какая свадьба? Какая, известно. Ваша? Ведь вы женитесь. Кто? Я женюсь? На ком? На Ильинске? Ни слова! Что ж, ну дело обыкновенное, свадьба. Все женятся. Все? Этого не может быть, и нет, и не было. Свадьба обыкновенное дело, вы слышите? Ну что ж, разве я выдумал? Ни слова! Этот поэтический миг в жизни любящихся. Венец счастья. Обыкновенное дело. Люди знают. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, что ж я наделал? Свадьба, денег нет, свадьба. Откуда они знают? Захар! Чего вам?
Поди сюда. Если подать что-то, говорите, я подам. Поди сюда. Ближе. Еще. Ну, чего вам? Подойди сюда. Куда я туда подойду? Там тесно, я и отсюда слышу. Подойди, тебе говорят. Как ты мог? Как ты мог сделать барину такой несообразный вопрос? Я тебя спрашиваю, Захар, как ты мог забрать такую нелепость себе в голову? Ты слышишь меня, Захар? Зачем ты позволяешь себе не только думать, а даже говорить? Позвольте, Илья Ильич, я лучше Анисью позову. Я хочу с тобой говорить, а не с Анисьей. Ты знаешь, сколько дохода с Обломовки получаем? Слышал, что староста пишет? Денег нет, дома нет. Какая же свадьба? Что ты выдумал? Как ты мог? Как ты мог так горько оскорбить барина, которого ребенком носил на руках, которому век служишь и который благодетельствует тебе? Виноват, Илья Ильич. Это я по глупости, право, по глупости. Не станешь распространять этой нелепости? Не стану. Смотри же у меня. Слушай. Кто первый сказал об этом? Ильинские люди сказывали. Катя сказала Семену, Семен Никите, Никита Василий. А ты всем разболтал. Я тебя. Ах ты, Господи, Боже мой, беда, права какая. Свадьба, на чем говорить праздные люди, разные женщины, по лакейским, по магазинам. Человек перестает называться Ильей Ильичем или Петром Петровичем, называется жених. Все на него глаза пучат, как на шельму, на какую-нибудь. Ни в театре, ни на улице, нигде прохода не дадут. Вот, жених, шепчут все. А сколько человек подойдет к нему в день? Всякий норовит рожу сделать поглупее. Вот, как у тебя сейчас теперь. А ты забыл, сколько беготни и суматохи у жениха и невесты? Все в городе узнают. Обломов женится. Вы слышали? Уже ли? Когда? На ком? Кто такая? Где свадьба? Только и разговоров. Да я же измучаюсь и слягу от всего одного этого. А ты выдумал. Свадьба. Позвать, что ли, Анисью? Да зачем Анисью? Поди! Неужели светлый безоблачный праздник любви отошел? Поэма минует, и начнется строгая история. Поездка в Обломовку, постройка дома, нескончаемый разбор дел с мужиками, порядок работ, щелканье счетов, дворянские выборы, заседание в суде. Кое-где только изредка прозвучит каста дива, а там опять на работу ехать, опять в город ехать, опять щелканье счетов. Да что же это? Разве это жизнь? Занимайтесь. Будьте с людьми. Заниматься? Заниматься можно, когда есть цель. А вы до сих пор не знаете, где цель вашей жизни? Сама жизнь и труд есть цель жизни. Для чего? Для чего я буду жить? Чего искать? На что направить мысль, намерение? Свет жизни опал. Ах, если бы прожить лет 200 или 300, сколько бы можно было переделать дел? Ради чего? Ой, какой камень вдруг тут упал на меня. Что же мне теперь тут делать? Что же мне делать? Нет, я уж сегодня не поеду к Ольге. Нет, не поеду. Захар! Чернила, бумаги! Пусть замолкнут толки. Пусть посторонние люди, посещающие дом Ольги, забудут немного. Скучно ждать, да делать нечего. Видно уж так. Судьба. Я простудился немного. Меня сделала с маленькой опухоль в горле.
Жестокая судьба лишает меня счастья видеть ненаглядную Ольгу еще несколько дней. Какая тишина у вас здесь, Агафья Матвеевна. Вот если бы не лаяла собака, можно было подумать, что ни одной живой души нет. Вы часто выходите со двора? Мы? Да. Мало где бываем. Братец с Михеем Андреевичем на речку ходит, уху там варит. А мы все дома. Уже ли все дома? И богу правда. Вот. Разобрала ваши чулки, 50 пар, да почти все худые. Какие же вы добрые, Агафья Матвеевна, что вы беспокоитесь? Мне правосовестно. Да вечерами нечего будет делать, и надвяжем. Очень-очень вам благодарен. И в долгу не останусь. Что вы, ну что за благодарность? Какие у вас хорошие руки, Агафья Матвеевна. Можно хоть сейчас нарисовать. Ну, куда же вы торопитесь? Посидите, я не занят. Другой раз как-нибудь, в воскресенье. И вы к нам приходите кофе кушать. А сейчас я пойду, у нас стирка. Ну, бог с вами, не смею вас задерживать. Еще я халат ваш достала из чулана. И материя такая славная, он еще долго прослужит. Напрасно. Я его не ношу больше. Отчего же? Пусть вымоют. Может быть, и наденете когда-нибудь к свадьбе. И она знает. Все. Ох, Захар, Захар. Илья Ильич. Ну, что? Позвольте завтра на Гороховую в гости сходить. Там еще не знают. Так надо клевету распустить. Дома сиди. Илья. Дома сиди. У вас там... Девушка какая-то спрашивает. Нет, не может быть. Где она? Говорит, ошиблась, на наше крыльцо пришла. Пустить? Впустите, впустите. К
Катя, как ты? Что ты? Марш, ты здесь. Велели спросить. Ой, все верно. Неправда, Катя, не мучь меня. Ты пошутила, да? Ей-богу, правда. В наемной карете в чайном магазине остановились, дожидаются. Сюда хотят. Послали меня сказать, чтобы Захара выслали куда-нибудь. Да как можно ей сюда? Я лучше сам пойду. Не успеете. Они того и гляди войдут. Они думают, что вы нездоровы. Прощайте, я побежала. А то они одни ждут меня. Захар! Захар, ты просился у меня в гости на ту сторону, в Гороховскую, что ли? Так вот, ступай теперь. Не пойду. Нет, ты ступай. Что за гости в будни? Не пойду. Ну, пойди, повеселись, не упрямься. Когда барин тебе делает милость, отпускает тебя. Ступай, ступай к приятелям. Ну, их приятелей-то. Ну, пожалуйста, пойди погуляй. Захар, тебя просят, нет, пойди. Нет, сегодня я целый день дом пробуду. Вот завтра, пожалуй. Нет, теперь же, сейчас. Пойди погуляй, часа на два, проветрись. Я лучше целый день на крыльце пробуду. А то куда я пойду? У ворот, пожалуй, посижу, это я могу. Нет, дальше от ворот, в другую улицу ступай, туда, налево, к саду, на ту сторону. Что? Что за диковина? Что за диковина? Гулять гонит? Я лучше завтра, Ильгель. Ты уйдешь или нет? Ты уйдешь или нет? Анися! Анися! Ступай на рынок. Купи там к обеду. К обеду, батюшка, все куплено, скоро будет готов. Молчать и слушать. Купи хоть этой самой, как ее, ну, спаржи. Какая ж, батюшка, нынче спаржа. Муж! Иди, что есть мощи. И не оглядывайся. Оттуда как можно тише иди. И раньше двух часов и носа не показывай. Муж! Горло прошло почти совсем. А что же ты не был сегодня? Слушай, Ольга, как ты решилась на такой поступок? Знаешь ли, что ты делаешь? Об этом после. Я хотела тебя видеть и пришла, вот и все. Что значит, что тебя не видать? Ни ячмень не сел. Ты не был болен. У тебя не болело горло. Не был. Обманул меня зачем? А что ты делал эти дни? Я читал. Писал, думал о тебе. Ты не читал? Нет, не читал. Ты спал после обеда? Да, спал. Зачем? Чтобы не замечать времени. Тебя не было рядом со мной. Жизнь так скучна и так несносна без тебя. Илья, ты обманул меня, ты опять опускаешься. Обманул, не грех тебе, да богом клянусь, я бы кинулся сейчас в бездну. Да, если бездна была бы вот тут под ногами сию минуту, а если бы отложили на три дня, ты бы передумал, испугался, да это... Это не любовь. Ты сомневаешься. Думаю, что медлю из боязни за себя, а не за тебя, не оберегая как стеной твоего имени. Ольга, да если бы можно было умереть за тебя, ну я бы с радостью умер. Да этого ничего не нужно, никто не требует. Это уловка. Уловка лукавых людей предлагать жертвы, которых не нужно или которых нельзя приносить, ну, чтобы не приносить нужных. Ты не лукав, я знаю, но... У меня нет других мыслей с тех пор, как я знаю тебя. Ольга, ты лучшая всех на свете, ты первая женщина в мире, но ты же знаешь, как я тебя люблю. Нет, я еще мало знаю. Но ты так странен, что я теряюсь в соображениях. Объясни. Объясни, что все это значит. Хорошо, я тебе все объясню. Я тебе все объясню. Важная причина заставила меня не быть две недели. Я боялся... Чего? Толков, сплетней. Ты знаешь, Ольга, вот ты не знаешь, что случилось. А что еще случилось? Как далеко распространился слух о тебе и обо мне. Я не хотел тебя тревожить, поэтому боялся показаться тебе на глаза. Ну, Катя, Марфа, Семен, этот дурак Никита. Ты боялся тревожить меня толками лакеев?
Не боялся сделать мне тревогу, а я давно знаю, что они говорят. Как? Знаешь? Ты бывал каждый день у нас? Да очень натурально, что люди толкуют об этом, а почему это так пугает тебя? Ведь мы решили объявить матанта, и тогда толки должны замолкнуть. Да, но я не хотел заговаривать с теткой до получения письма. Да, вот я не хотел заговаривать с теткой до получения письма из деревни. Вот, пожалуйста. Я ничего не разберу. Это пишет сосед. Сосед пишет. Вот, покорнейше прошу вас самих приехать сюда. Денег наличных нет, ни гроша. Поспешайте, дом ваш очень плох. Что же теперь? Ну, я советовался с братом хозяйки. Он рекомендовал мне поверенного, Исаев Меча Затертого. Я поручу ему обделать все это дело. Чужому? Незнакомому человеку? Нет, но он говорит, что это честнейшая душа. 12 лет с ним служит. Ну, только вот заикается немного. Сам брат твоей хозяйки, каков ты его-то знаешь? Ну, я не знаю, но он, кажется, такой положительный, деловой человек. Ну, при том, я же живу у него в доме, ну, по совести обмануть. Иначе ведь самому пришлось бы ехать, а мне, признаться, мне не хотелось бы этого. Вот Андрея здесь нет, вот он бы все уладил. Между тем, поверенный этот управлял очень большим имением. Да помещик ему отказал, что потому что вот он заикается. Я дам ему доверенность, передам планы. Он соберет оброк, продаст хлеб, привезет деньги. И... Ольга, ты знаешь, я так рад, что теперь мне не нужно покидать тебя. Но только теперь нам нужно быть очень осторожными и видеться изредка. Да, видеться изредка. Сегодня опять заговорили у нас даже на хозяйской половине, а я не хочу этого. Ну, я не хочу этого! Ну, а как только все дела устроятся, поверенный распорядится стройкой, привезет деньги, все это кончится в какой-нибудь год. Да, в какой-нибудь год. Тогда нет больше разлуки. Мы пойдем к тетке, все скажем ей и... Ольга, что с тобой? Ольга! Боже мой, ей дурно. Катя! Катя, барышня, дурно, воды, спирту. Господи, все утро такие веселые были. Что с ними? Это ничего. Это пройдет. Это нервы, я дурно спала ночью. Катя, затвори дверь. А вы помогите мне. Что я тебе скажу, Ольга, никак не ожидаешь. Слушай, не смотри на меня так, мне страшно. Я передумал, все иначе надо устроить. Я решил сам ехать в деревню вместе с поверенным, чтобы там... Ты не возненавидишь меня, Ольга? За что? За то, что я сделал с тобой. Что ты сделал? Любил себя, это оскорбление. Мне только больно. Так больно. Мне хуже, но я стою этого, за что ты мучаешься? За гордость. Я наказана. Я слишком понадеялась на свои силы, и вот... Не могу стоять. Да, это правда. Ну, может быть, через год. И... Ты думаешь, что через год ты устроишь свои дела и жизнь?
Подумай. Скажи, я поверю тебе. Станет тебя на всю жизнь. Будешь ты для меня тем, что мне нужно. Но если ты скажешь смело и обдуманно, да вот моя рука и пойдем. Пойдем куда хочешь, за границу, в деревню, даже сюда, на Выборгскую сторону. А, если бы ты знала, как я тебя люблю, Ольга. Ну, я жду не уверения в любви, а короткого ответа. Ну, ты видишь, какая я. Я не состарюсь. Я не устану жить никогда. А с тобой? С тобой мы стали бы жить. Изо дня в день. Желанием, чтобы сегодня походило на вчера. Вот наше будущее, да? Ну, разве это жизнь? Ольга, не мучи меня. Не мучи меня. Что же, Илья? Я права или нет? Да. Ты права. К нам? Пора расстаться. Стало быть, прощай. Прощай. Ольга, Ольга, ну за что ты терзаешь себя? Ты же меня любишь, ты не перенесешь разлуки. Ольга, ну люби во мне, что есть хорошего. Возьми меня, как я есть. Нет, за меня и за мое горе не бойся. Я знаю себя, это пройдет. Мне только больно. Так больно вот здесь. У сердца. Ну, а если боль не пройдет, и здоровье твое пошатнется? Ольга, ангел мой, ну не плачь. Не плачь. Забудь. Забудь все. А я... Я плачу не о будущем. А прошедшим оно поблекло, отошло. Не, я плачу. Воспоминания плачут. Лето. Парк. Помнишь? Не жаль наши аллеи. Сирени, все это... Отошло в сторону. Больно оторвать. Так больно. Я любила в тебе то, что хотела, что было в тебе. Я любила будущего Обломова. Ты кроток, честен. Ты нежен, а мне мало этого. Мне надо еще что-то, чего я не знаю. Можешь ты научить меня? Сказать, чего мне не достает, дать все это, чтобы я... А нежность? Где ее нет? Прости меня. Прости. Прости, я не знаю, что я говорю, я безумная, и забудь все. Будем по-прежнему, пусть все останется, как было. Да нет, не останется. Не тревожься, что сказала правду, я стою. Чего? Другие так счастливы. Отчего погибло все? Отчего? Ты добр, умен, благороден и гибнешь. Что сгубило тебя? Нет имени этому злу. Есть Обломовщина.
А чего же я такой? Отчего? Отчего это, няня, тут темно, там светло, а уже будет и там светло? От того, батюшка, что солнце идет навстречу месяцу и не видит его, так и хмурится, а уже завидит издали, так и посветлеет. Анна Андреевна опять родила. Это уже шестой. Вот жизнь-то человеческая. Один умирает, другой родится. А мы вот все стареемся. То ли бы дело, если б каждый день, как вчера. Надо Богу больше молиться, да не думать ни о чем. Спокойно ли он спит? Уж не метался ли во сне? Не напекло б ему головку, уведи его в холодок. И что за ребенок, что за юлаза такая? Да посидишь ли ты спокойно, сударь? Что за диковина? От кого это? Где ты взял? Кто тебе дал? На дворе, где я приставал, в городе-то. Слышь-ка, с почты приходили два раза спрашивать, нет ли обломовских мужиков. Письмо, слышь, барину есть. Ну? Ну, первонаперво я притаился, солдат и ушел с письмом-то. Пришли в другарять. Как пришли в другарять-то? Ругаться стали и отдали письмо. А ты бы не брал? Ну, я и то не брал. А что, мол, нам письмо? Нам не надо. Да пошел больно ругаться солдат-то. Я и взял. Дурак! А кого ж бы это? Полно, не распечатывай, Илья Иванович. Кто его знает, каково на письмо-то? Может, еще страшная беда какая-нибудь... Завтра или послезавтра успеешь, не уйдет оно от тебя. В самом деле, вот день ты прошел, и слава Богу. Прожили благополучно, дай Бог и завтра так. Что же мне делать? Научите, ради бога, ну научите. Голова болит. Боже мой, Захар! Захар! Боже мой! Боже мой! Боже мой! Боже мой! Что это за господин? Это Обломов какой-то. Это какой же Обломов? Это помещик. А что он тут делает? И женится он на неслыханной красавице Мелитрисе Кирибитьевне. Ольга? Ольга, как ты сюда попала? Как я сюда попала? Да вот так пришла. Для меня любовь – это все равно, что жизнь. А жизнь? Что ж жизнь? Что ж жизнь? Жизнь – долг, обязанность. Следовательно, любовь – это тоже долг. Мне как будто Бог послал ее и велел любить. Ты обманываешь тетку и тайком уходишь из дома? Но ведь мы жених и невеста. Жених. Да-да, милая Ольга, ну ты молодая, не знаешь всех опасностей. Вот, видишь? Видишь? Ну, что видишь? Ничего не вижу. Вижу только, что ты трус. Да не трус, а осторожен. Ну, ради бога, Ольга, пойдем отсюда. Постой. Я пришла сюда, чтобы сказать тебе. Что это? Ты видишь? Ветка. Какая ветка? Сиреневая.
Знаю, но что она значит? Цвет жизни и... И? Помещик должен знать свое имение, как с ним обращаться. Я вам пришлю свой рассказ, прочитайте. Я теперь влюблен, у меня все дни заняты. Завтра же переезжай на Выборгскую сторону. Спит-то словно каменщик. Я не ожидала от вас такого поступка. Снится ему страна волшебная. По крайности не прибьет. Нас дожидаются. Вы хотели ехать. Илья Ильич, Илья Ильич, зачем же всю ночь сидели и не ложились? Что это? Сама хозяйка принесла. Вымыли и починили. Сегодня воскресенье. Пирог пекли. Не угодно ли закусить? Добиться, чего ищет душа. А только просит и ищет чего-то. И даже будто страшно сказать, тоскует. Что же это? Куда идти?
Дальше нет дороги. Не бойся. Это грусть души, вопрошающей жизнь о ее тайне. Это расплата за Прометеев огонь. Туман сомнений, тоска, вопрос. Но с ними не справишься. Они дают тоску и равнодушие почти ко всему. Это не только твоя грусть. Это общий недуг человечества. Что это? Кто это? Вы задремались. А, это вы, Иван Алексеевич. Алексеевич. Да. Ну, расскажите что-нибудь, Иван Алексеевич. Все переговорили, Илья Ильич, нечего рассказывать. Ну, как нечего? Вы же бываете в людях. Нет ли чего новенького? Я думаю, читайте. Да, читаю иногда. Или другие читают, рассказывают, а я слушаю. Вот вчера у Алексея Спиридоновича сын студент читал вслух. Да? Ну, что? Что же он читал? Про англичан. Что они ружья да порох кому-то привезли. Алексей Спиридонович сказал, что война будет. А кому они привезли? В Испанию. Или в Индию. Не помню. Только посланник был очень недоволен. Ну, а какой же посланник? Какой? Вот это уже забыл. С кем война-то будет? С турецким пашой. Кажется. Гахмазвейна. Ну, что вы все хлопочете? Оставьте. А кто же будет хлопотать, если не я? На халате опять пятно. И, кажется, масло. Где это вы? Не с лампадки ли накапало? Я не знаю, где это я приобрел. А, верно, за дверь задели. Вчера мазала петли, все скрипят. Скиньте, да дайте поскорее, я выведу и замою. Завтра ничего не будет. Добрая, добрая Агафья Матвеевна. Ну, пойти посмотреть, не принесла ли Анисья сметану. А что нынче? Уха из ершей. Так. Жареная баранина. Так. Да вареники. А хорошо бы к этому пирог. Забыла, право, забыла. С вечера помнила, да память словно отшибла. Ну, что еще нового в политике? Да пишут, что земной шар все охлаждается, когда-нибудь замерзнет весь. Вон, и разве это политика? А Дмитрий Алексеевич сначала упомянули политику, а потом все подряд читали и не сказали, когда она кончится. А я знаю, это уж литература пошла. Ну, а что же он о литературе-то читал? Да читал, что самые лучшие сочинители Дмитриев, Карамзин, Батюшков и Жуковский. Ну, а Пушкин? Нет, Пушкин там нет. Я и сам подумал, отчего его нет? Ведь он гений. Вам гости. А кто ж там, Тарантьев? Нет, нет. Пожалуйте, пожалуйте, батюшка Андрей Иванович. Штольц. Боже мой, Штольц. Господи, за что он скажет, как увидит, как узнает? Господи. Агафья Матвеевна, Агафья Матвеевна, Агафья Матвеевна, надо другой обед готовить. Успеем, Илья Ильич. Языка с колбасой можно взять тут близко. Да, вот это хорошо, это можно. Доверите зелени какой-нибудь, бобов свежих, сыру швейцарского. Я извинюсь, скажу, что не ждали бульону какого-нибудь и вина, вина. Хорошо, я сделаю.
Ты ли это? Андрей? Я? Ты жив, здоров? Садись. Садись. Здоров ли ты? Да теперь, слава богу, все в порядке. А что, был болен? Да, Андрей, у меня удар был. Господи, боже мой, но без последствий? Да, вот только я левой ногой не свободно владею, а так все в порядке. Садись. Шутка ли? Пятый год пошел, как мы с тобой не виделись. Да. Пятый год, да. Слушай, как ты переменился. Ну, бледен. Ну что ты не скинешь этого халата? Ну, посмотри, он же весь заплат. Да привычка, Андрей. Ну, жаль расстаться. Как у тебя здесь гадко. Зачем ты забился в эту глушь? Ну, а что, покойно здесь. Тихо. Никто не мешает. Все, на этой квартире не съезжал. Да, теперь уж и не съеду. Решительно нет? Да, Андрей, решительно. Ну, давай-ка лучше обедать. Захар, накрывай на стол! Ну что же, Илья, стало быть, никогда. Что никогда? Ты забыл, теперь или никогда? Так я теперь не такой, что был тогда, Андрей. Дела мои, слава богу, в порядке. Я не лежу праздно на диване. Книги почти все прочитал. А чего ты не приехал тогда за границу? За границу? За границу мне помешало тогда приехать. Ольга! Как? Ты разве знаешь? Все. Тебе не больно, Илья? Не говори, не поминай. А что она теперь? Где она? Она? Да. В своей деревне хозяйничает. Ну да, с теткой. И с мужем. Как она замужем? Ну, что ты испугался? Да нет, я не испугался, помилуй бог с тобой, но я удивился, не знаю, почему это поразило меня. А давно ли? Кто же этот счастливец? Какой ты недогадливый, Илья. Ну, уж не это или. Опять испугался? Ну, ладно, Андрей, ну не шути, скажи правду. Ей-богу, не шучу. Другой год я женат на Ольге. Милый Андрей, милая Ольга Сергеевна, да вас же благословил сам Бог. Господи, боже мой, да скажи же ей, скажи ей. Скажу, что другого Обломова я не знаю. Господи, как я счастлив, боже, благодарю тебя. Господи, Захар, шампанского к обеду. Ты слышал новость? Захар, Андрей Иванович женился, поздравь. Поздравляю. Батюшка, Андрей Иванович, поздравляю. Да. На ком, батюшка? На Ольге Сергеевне, помнишь? На Ильинской барышне. Да. Какая славная барышня. Дай Бог вам несчетные годы жить. Да. Деток наживать. О, Господи, вот. Радости-то, Господи.
Ну, давай-ка обедать сейчас будем. Обедать. Сейчас будем обедать. Андрей, садись. Садись, Андрей. Я не могу. Я тороплюсь, меня там ждут. Нет. Ты садись, вот попробуй-ка водки. Смородиновая водка. Попробуй, славная водка. Попробуй. Смородиновая. Поедем. А? Поедем. Куда? В деревню. Тебе строиться надо. Нет. У меня поверенный есть. Он и теперь в деревне. Ты знаешь, отлично устроил все дела. Собирает справки о беглых мужиках, выгодно продает хлеб, прислал 1500, и в этом году, вероятно, еще оброк пришлет. Подожди. С 300 душ 1500 рублей? Что это за поверенный? Что это за человек? Не, ну там вообще там больше. Сколько? 1500. Ну, я не знаю, Бог. Ну, не знаю, но есть у меня где-то. Слушай, расчет, ну покажу. Ты тебе... же ограблен кругом. Нет, я выгоню твоего этого поверенного. Орден. Ты будешь получать в 3 раза больше. Ох, жизнь. Ну что жизнь? Трогает. Нет покоя. Так бы лег бы и уснул. Навсегда. Вот, Андрей, ты думаешь, кто вот это все готовит? Анисия? Нет. Теперь ты уж не увидишь на мне рубашку наизнанку, а Агафья Матвеевна все смотрит. Все сама. Ты знаешь, ни одного нештопанного чулка. Все видит, все смотрит. Так с утра до вечера так и летает. То на рынок, то в гостиный двор. Ты выпей, Андрей, выпей. Славная водка, выпей. Смородиновая. Попробуй, выпей. Вот... Ольга Сергеевна тебе этой водки не сделает. Она споет «Каста дива», а водки не сумеет сделать эдак. И что еще хорошо, Андрей, то, что Агафья Матвеевна сама опрятность. Ты знаешь, руки у ней белые, поцеловать не грех. Славная баба Агафья Матвеевна. Эх, Андрей, переезжай-ка сюда с Ольгой Сергеевной. Агафья Матвеевна выучила Ольгу Сергеевну хозяйничать, право, выучила бы хозяйничать. Илья. Выучила бы. Илья. Я приехал за тобой, чтобы увезти тебя к нам. Нет, ты, пожалуйста, не начинай. Мы с Ольгой так решили, нет, так нет, и будет. Я тебя готов отсюда силу увезти. Ну, надо же. Надо жить иначе, ты понимаешь как. Тихо, ты не кричи, а то там что-то. Ну, слышит хозяйка, подумает, что я в самом деле хочу. Пускай себя слышит. Как так можно? Нет, Андрей, нет, я останусь здесь. Нет, поедем. Это женщина, это дом. Ну, что ты хочешь сделать со мной? Куда ты меня хочешь увезти? Вон из этой ямы. Я прирос к этой яме больным местом. Попробуй оторвать, будет смерть. Теперь поздно, Андрей, теперь поздно. Мне давно совестно жить на свете, но я не могу идти с тобой твоей дорогой, если б даже захотел. Или я не понял этой жизни, или она никуда не годится. Иди, Андрей, иди, не останавливайся надо мной, иди. Знаешь, кто здесь у ворот в карете ждет меня? Я сейчас позову. Кто? Ольга? Ради бога, не допускай ее сюда. Я уходи. Не могу. Уходи, прощай. Я не могу уходи. Пойти к ней без тебя. Я дал слово, ты слышишь, Илья? Оставь меня совсем, забудь. Как навсегда? Да, навсегда. Оставь, уходи. Ты меня отталкиваешь, ради кого? Ради вот этой... Ты женщина, ну что она тебе? Жена. А ребенок? Мой сын. Его зовут Андреем. В память о тебе. Не забудь моего Андрея.
земляк, что проводил своего благодетеля. Тарантьев. А ты чего кричишь-то? Я сам могу закричать на весь мир, что ты дурак и скотина. Мы с Иваном Матвеевичем ухаживали за тобой, на цыпочках ходили. А ты? Вот что. Ты должен отдать половину состояния Ивану Матвеевичу. Пиши вексель на его имя, пиши, кому говорю. Я без этого не уйду. Пожалуйста, не кричи. А я буду кричать. Потому что ты олух. Пусть тебя обдут этот мошенник немец. Благо он столкнулся с твоей любовницей. Что это? Что это? Не любишь ли ты его по-прежнему? Нет. Я люблю его не по-прежнему. Но есть что-то, что я люблю в нем, чему я, кажется, осталась верна и не изменюсь, как иные. Или я не понял этой жизни? Никуда не годится.